Всем привет, дорогие друзья, вы на канале I'm Playing, меня зовут Олег, и это новая серия прохождения Uncharted 4 Путь вора. Заварите себе что-нибудь вкусненькое. Ну, а мы начинаем. В свою очередь хочу поздравить вас с Новым годом и наступающими праздниками. Ну, а мы погнали. В 23-м году продолжаем Uncharted. Вперед. Так, выхода нет, мы по-прежнему с Леной бегаем. Это что, галеон? Да, с виду похож. Корабль. Нифига. Ага. Теперь я помню, как втыкать этот колышек. Давайте глянем, что тут. Охренеть. Это кладбище кораблей. Круто выглядит реально. Красные паруса просто бомбически. Так. Я так понимаю, нам двигаться в эту сторону. Ну да. Здесь можно, конечно, еще туда залезть. Да, как и все на этом острове. И вот сюда. Слушайте, Елена прям не отстает, молодец. Происходит, пушки выстреливают. Сэм бежит. Смотри, это Сэм. Она окружена. Да. Так. Надо его спасать. Нам? Надо. Поможем брату. А в бок не надо меня стрелять. А зачем вы так делаете? Я сейчас умру. Лена, конечно, еще. Тот стрелок. Давай, дружище. Елена, ёб твою мать, помоги мне, пожалуйста. Вот почему она... Что тут дебил, что это стрелять не умеет? Господи, можно чуть-чуть энергичнее, блин, своими руками шевелить? Это называется, типа, давай ты всех сам разберешь, да, а мы потом чисто выйдем. На все готовое. Ну, это трэш, реально. Меня извините, но это реально трэшняк. Я понимаю, что игра не настолько сложная, типа, чтобы мне кто-то помогал. Но и в тот же момент она нихера не легкая. Давай, дружочек. Кто мне в бочину закидывает? А, дружочек. А ну на. Ну это пиздец какой-то. Ну реально, блин. Ну Елена, ну ты тупорылая просто в доску. Нахер ты туда спрыгиваешь? Скажи мне, пожалуйста, толку от твоего прыжка. Дебил, отпусти, пожалуйста. Ну вот что это? Ну что, чем ты занимаешься? Ну, и что там? Граната мне сейчас в щи. Хорошо кидаете так. Подготовились, блин. Ладно. Давайте прорываться. Патронов нет. Беда. Оружия нет, да? Нет, есть оружие. Хорошо, отлично. Это? Минус снайпер. Меняем. Оу!
А это не надо делать так, пожалуйста. Грамотно. Не сказка. Хорошо летит. Снайперские винтовки, имба, просто в этой игре, так это точно. Берем гранаты. Серьезно? Серьезно? Что происходит? Да тихо ты! Козел. Каску. Я так быстро не могу. Меня вот это еще. Да, меня еще снайпер фокусит, но. Можно мне, пожалуйста, без Елены, без Сэма проходить? Они только мешают. Опа. Опа. Бомбы. Беда. Давай так. Да. Я не смогу их так вынести. Мне надо наверх залазить. Надо наверх залазить. И мне надо, чтобы внизу она держала оборону. Но она нихера не держит. Максимум, что она может держать, это штаны на жопе. С таким успехом, блин. Ходишь, просто встала здесь, все спокойненько, бам, и держи их, бам, просто держи направление, и все, бам, каску надо ему зацелить. Раз. Не сбил. Надо что придумать, конечно. Ладно, они сюда типа не должны пока что залезть. На упереждение здесь не работает. Ага, они заходят. Я понял. Да, спасибо, Елена, ты лучше. Барахло собачье. Ладно, продолжим. Пилка. Можно тебя сразу здесь припаять, чтобы, ну, типа, ты мне не мешала. Со всей силой прям. Еще один дружочек на подходе, да? А ну на брат. И тебе. А, у тебя уже каски нету, то есть ты уже труп, да, на одну голову. Я понял. Что по гранатам? По гранатам нет ничего. Его КД надо ждать, по идее, да? Чем они больше? Труднее их завалить. Ху-ху-ху. Так. Ты мне это рассказываешь? Ну что? Жарим пацанов немножечко. Хорошее оружие. Неуклюжая, правда. Мобильности никакой, но в общем и целом. Елена, Елена, блин. Я не хочу я с этим автоматом. Винтовку мне дайте, пожалуйста. Благодарю вас. Какого хера он берет? М14. Вы это тоже видите? Давай сделаем следующее. Опа. Минус каска, минус жизнь. Давай, поднимись. Тунь. Тунц. Магнум, просто сказка.
обмениваться. Слишком они мобильные. Хорошо. Сверху был один. Так, подожди секунду, граната. Да, наверное, возьмем, потому что, ну, без вариантов, патроны закончились на винтовку. Гранаты. ТС. ТС не вариант. ТС фигня. То, что мы взяли сейчас, сразу лучше, чем ТС. Просто. Просто в разы. Оу. Ну, вот и ответ. Гранату вперед перед тобой сразу. Ты, Лена, ну ты вояка, иди в твою мать. Не понял, блин. Ага. Я прям на нее. По патронам 4 патрона. Давайте пока возьмем обрез, чуть-чуть уменьшим дистанцию, потому что обрез на длинных дистанциях, вы сами прекрасно понимаете, что это. О, отлично, вернее, могу 75. Просто. Я слышу, что это Сэм, ну... Его прижал. Брат, давай немножечко. Куримся, сейчас Сэма попаяют. Знаю, как он стреляет. А, спасибо тебе, Елена, благодарю тебе, помогла. Обезьяна, блин. Все, патронов нет. Сделай что-нибудь, дура, у тебя же патроны в руках есть. Мне все надо делать, да? Ну все. Эй, сюда! Брат, как же я рад тебя видеть. А я тебя нет. Да. Как насчет убраться отсюда? Я за. Благодарю тебя, брат мой. Да ты не хочешь чуть-чуть? Зажигалку нашел? Ну и в чем проблема снять гранатомет, я не понимаю. У тебя руки трясутся. Вы не хотите вам фланг как бы убрать сразу же, чтобы вам в бочину не накидывали? Наверное, нет, да? Это не входило в наши планы. Входило только... прекрасно. Ну, просто меня прибьют, короче, я... Ну, я не знаю, реально. Куда они стреляют, для чего они в этой игре вообще? Смысл им давать оружие? В чем проблема снять гранатомет? Кого ты видишь, придурок? Я его убил только что. Скриптованный ты бред. Можем туда прорваться, конечно. Он спокойно бежит ко мне. Эти на него смотрят, блин. Вот это, может, ну, как бы, чуть-чуть. У меня патроны нет. Я ничего не сделал.
жду, когда отхилюсь и буду прорываться за оружием. Он у меня лежит рядом. Кондор. Молодчина, Нейк! Конечно. А кто из вас еще здесь молодчина? Брат мой. Ай-яй-яй. Куда? А, понял. Да, можно, только есть, ну, пару моментиков. Ну, как минимум 4 момента, 5, которые нам будут слегка мешать. В частности, вот этот гранатометчик. Кстати, очень странно, что не показывает, что он типа труп. Нет зарядов. Нет зарядов, тогда берем и будем прорываться. Ребята, прорываемся. Есть, зашли. Так, дал. Спина. Делай раз. Делай два. Вот эта обезьяна, конечно, сейчас меня очень сильно трепанет. Нет, я тебя очень прошу. Немножко надо повоевать, брат, немножко. Что по патронам? Есть 48 патронов. Тебе капец, друг. Ага, с этим все, да? Ну и со мной тоже все, в частности. Тяжело мне с ними, конечно. Мне смотреть, чтоб... У нас гости! Чтоб мне не зашли в бок. Тут меня не обошли, потому что от них нет никакой помощи. Вообще. То есть они спокойно ходят по карте как им угодно. Вот этот, блин. Зачем его пробить? Ну, заходи. Буду проходить, на тебя прорываться. Бля, ну это прикол. Нахер мне это ружье? Прошу тебя, ты не меня. Ой-ой-ой. Сколько же их там, господи. Да, на и заканчивается. Да, я, мне кажется, я не уйду. Они уйдут, я не уйду. Да, я не ушел. Ого. Нужно плыть. Блин, реально, такие корабли потопили. Что ж, жесть. Угу, я тебя понял. Без вариантов. Тогда будем пробираться. Вот здесь. Ай-яй-яй, друг мой. Не очень хорошо. А, они знают, где я плыву, прям, ты представляешь? Тупо они даже знают, с какой стороны я буду выплывать. Ну, это... Я понимаю, что у меня и так, типа, перед ними преимущество, но это же прям, ну, типа, это норм? Брат! Кто отдал деньги за Uncharted 4, верните игру, пожалуйста. Оно того не стоит.
Ну, это реально очень круто. Типа, они знают, в каком месте ты плывешь. Они знают, где ты прячешься. То есть, они все знают. Даже если ты, типа, меняешь расположение, они тоже каким-то образом об этом знают. Да, в ногу уже стреляют, друг. О, подъехала установочка. Которая меня сейчас будет на нет умножать. Давайте. Я буду мансить, я сразу говорю. Твою мать. Тупо без шансов надо каким-то образом жить. У того наемника был РПГ. Брат, у какого наемника был РПГ? Я не видел, честно тебе скажу, друг мой. Ну типа, по идее, сюда у него не должен. Да нет, должен. Должен. У меня нет места, где спрятаться. Но я знаю, где РПГ лежит. Рано. РПГ. И вот это наемника был. Сука, как оно меня бесит реально. Это какой-то просто до невозможности тупизм, блять, этой игры. Это не передать вам словами, я серьезно говорю. Я понимаю, что как бы я и так, типа, что здесь взорвалось. А, ну да, что здесь взорвалось. Конечно. Глупый вопрос. Ну это пипец какой-то, но... Вот эта херня хотя бы не взорвется. Красавчик. Да, этот ящик не взрывается, отлично. Все, хилимся. У того наемника был РПГ. Да что ты говоришь, к этому наемнику еще надо каким-то образом, блядь, дойти. Сейчас он стреляется, и будем выходить. Вот. Сели. Что? Выстрел с РПГ в кабину, и он до сих пор стоит. Я вас понял, наверное, эта игра знает что-то другое. Эта игра немножко лучше меня знает, да? Я понял. У того наемника был РПГ. Но у этих наемников стоит машина, которая по мне тупо херачит. Я вижу, где РПГ лежит. Он к ней перебегает. Я не вижу большого смысла именно бегать с РПГ. Ё-моё. Он заедет. Ты шо? Мужичок. На Принц Персии похоже, если кто-то играл, знает, о чем я. Вот эти пробежки. Да ну что, больной на голову, что творишь, блин, придурок? Тебя не смущает, что ты как бы в дома въезжаешь, нет? Я понял.
Не понял, сказал ты мне, все, проезжай, да, проезжай. Давай, 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 давай. Прыжок, раскачечка, прыжок. Куда? Я бы... Куда? А, я понял, куда. Да, сюда. Сюда, 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 сюда. Ой-ой-ой, что ты творишь? Что ты творишь? Провалился. Все. Ой, брат, я рад тебя видеть здесь. Ты себе просто не представляешь. Чувак стоит на возвышенности со стороны. Его позиция не спалена. Этот придурок говорит, бросай мне РПГ. Ничего, что ты в фокусе как бы находишься, друг мой. Тебя не смущает тот факт? Ты в фокусе стоишь. Тебе в голове звучало лучше. Выстрелить внезапно. Тяжелее, чем Салли. Да, брат, спасибо. Давай. Конечно, неприятно максимально, блин. Тупо максимально. Мне кажется, они, знаете, с каждым уровнем все сильнее и сильнее становятся, именно боты. Ну, я как-то заволновался, решил встретить. Нам надо найти Сэм и Елену. Эй! Так, ты Елена нас нашла. Нормально. А где Сэм? Мы слышали взрывы, думали... А, это все он. Что, опять спас его? Естественно. Как дела? Естественно, ты меня так часто спасаешь. Пара сложных моментов, но... Он меня прикрыл. Эй. Привет. Это что? А, ха-ха. Пуля царапнула. Ясно. А ты? Скала царапнула. Как ушел от Рейфа? Он завел своих прямо в ловушку Эвери. Умно. Послушай. По поводу истории с Алькасаром. Своих. Давай кого мы это своих? Обсудим. Наемников. Куда нам? К морю. Наемников. Просто тьма. Надеюсь, то есть... только весь этот шум не привлек внимания. Да. Эй. Извините. От того, что он там десяток завел. Как это куда? Валим отсюда нахрен. Да, это неплохая идея. Но можно срезать вон там, пойти коротким путем. Путем к чему? Сокровищ. К сокровищу. Обалдеть. Пока Рейф доберется в обход, мы нахрен уже... Рейфа. Так, Виктор, ты уж извини, но ты может... Ты не умеешь вовремя остановиться. У нас же с вами одна цель, да? Да? Мы здесь не из-за сокровища. Мы хотели спасти тебя. И я благодарен. Нет, правда? Все круто. У нас с вами пока есть фора. Мы сможем. Нейт, слушай. А? Ну, посмотри. Ну, Эвери уничтожил все корабли на острове. А зачем? Потому что хотел сберечь свое сокровище. Именно. Чего бы это ни стоило ему и другим. Слушайте, меня удивляет, что мачты до сих пор целы. Он хотел удрать. Они же должны были уже сгнить от такого постоянной влажности. Это его корабль. Не солнце палящее. Видишь? Его корабль здесь, прямо за той горой. Там наше сокровище. И как раз туда сейчас направляется Рейв, пока мы тут с вами спорим, как идиоты. А если Эвери все-таки удрал и потонул где-то в океане вместе с сокровищем? Тогда мы найдем, где он потонул. О, боже. Сколько мы с тобой за этим гоняемся, а? Ты и я. А эти двое, они... Что значит эти двое, придурок? Тебя жизнь спасли, эти двое. Они понимают. Еще как. Ясно. Они насмотрелись на такую одержимость. И сам. Мы уже не пацаны. Уже нет.
Можно ничего не доказывать. А, вот именно. Где самолет? Вон там. Даже пот на шее виден. Топ. Ну что именно графика классная. Механика. Ну, механика паршивая, как на всех играх, которые для консолей. И которые портировали на ПК. Круто смотрится. А вдруг наемники ждут нас у самолета? В принципе, это не удивительно. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. Сюда. Да иду, я иду, сам иду. Вот, пожалуйста. Угу. Да я вижу, где самолет. Как ты попал сюда? Я спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Что за хрень? Это с горы. Ловушки Эвери. Значит, наемники там подорвались? Нет, значит, они на верном пути. Эй, хватит. Давайте не отвлекаться. Подсадить нужно, да? Я спрыгнул оттуда. Но назад не забраться. Высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Тележка. Ну да. Ты сам толкаешь груженную телегу. Хорошо. Неплохо. Я думаю, кажется, что сейчас нас встретят. Да нет, это не здесь. А где можно за... Ага, понял. Я тебя понял. Да, вот. Народ, сюда! Мне кажется, мы не улетим. О, вы посмотрите! Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? Типа того. Это я должен еще крутить, что ли, или что? Мы уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. Но добираться далеко. Ваши предложения? Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. Подожди, друг, что значит достать платформы веревкой? Можешь добраться до деревянной платформы внизу? Ты что творишь, Нейт? Пока не знаю. Перенес страдаю. Сейчас попробуем. Мне кажется, это ничего не даст. Да, это ничего не даст. Я раскачаться не смогу даже. Есть идея. Нейн, помоги мне. Ты мог с идеей немножко раньше, брат мой? Боже мой, нет! Я нажимаю развернуться, он даже не разворачивается. Это тупизм этой, управления в этой игре. Он не берет оружие, то он берет оружие больше, чем нужно. То он занимается какой-то херней. Это просто не. А. Ну что? И. Сэм. Есть идея. Давай. Эй, помоги мне. Хорошо. Мне кажется, что за 4 века эта балка нахрен сгнить должна. Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Давай, Найт. Вот, мы будем держать, ты перепрыгнешь. Вы же меня не уроните? Заманчиво. Уронят.
Я все. Не залезу. Я тоже никуда не пойду. Ладно, мы готовы. Я понял. Я понял, что они от меня хотят. Прыгайте. Все целы. Лезь вперед, ну. Нет, залезай, тебе говорю. Залезай, я помогу. Во-первых, камера поворачивайте. Не понял. Эй, залезай, я помогу. Нахер ты мне в эту сторону? Ну, помоги. Хорошо же сам туда залезся, не Сэм! Сукин ты, сын! Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю. Давай! Нет. Нет, даже не думай. Ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай! Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду! Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой упрямый. Ты пойдешь. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Может, догоним. Я его спасу, и он у меня получит. Ладно, давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть, что после всего, такое? Что с нами. Что это за комната? Пошли искать. О, это же не может быть просто так, но. А, вот. Тут какой-то. Это расписная ваза с узким горлом. Ясно. Там стоит телега. Телегу надо вот туда толкать, правильно? Давай. Паш, поможете? Держим. Готов? Угу. Забор перепрыгнуть нужно. Она не откатится? Тормоз даже есть. Есть. Видите? Как туда ни хрена не работает? Не это логично. Нейт, давай! Нет, сейчас. Придурок, может ты прыгнешь и залезешь уже? Ну что ты творишь, блин? Ты видишь, она откатывается. Нет, сейчас, блин. Давай. Там подашь им руку или что-то придумает. Колесо отвалилось. Ну и как нам туда забраться? Никак, вы здесь остаетесь. У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно.
а? Ты помнишь? Посуда по очереди. Вот, только попробуй не вернуться. Люблю тебя. И я тебя, ковбой.